Bom dia. Это по-португальски «Доброе утро». Сегодня я вам покажу разминку. Снимаю я этот видеосюжет Сан-Педро, Сан-Педро-де-Мель. Значит, сейчас я покажу разминку, которую желательно делать перед тренировкой. Ну, если честно говоря, даже не желательно, а обязательно. Она длится плюс-минус 5 минут. Значит, я буду, когда показывать, что мы делаем, я сразу буду показывать, для чего это предназначено. Ну, начинаем мы разминать связки локтевых суставов, запястья и плеч. Затем продолжится у нас шея, торс, и закончим мы небольшой растяжкой ног. Ну что, начнем. Разминаем связки рук. Голову по максимуму назад. Ну так, чтобы пустила шею. Круговое движение против часовой стрелки. По часовой стрелке. И прыжки звездочка. И обычно я заканчиваю разминку легкой растяжкой. Это насколько возможно, мы садимся в продольный шпагат или подобие продольного шпагата. И стоим в такой позиции минуту, плюс-минус, засекаем время. Можно параллельно вращательное движение шеи делать или подъем рук вверх-вниз. Минута прошла. Нагнулись, размяли спинку вперед, встаем. Теперь делаем растяжку мышц спины и рук. Вперед, также нагибаясь вперед,
мы стоим в такой позиции минуту, минуту, чуть-чуть прогибом вперед, чтобы разминать мышцы кора, рук, ног, чуть-чуть, они были готовы более плавному, пластичному движению на следующий тренировочном времени. Стараемся ладошками тронуться по земле. Итак, стоим минуту. Нужно помочь руками. Положим минуту. Дальше легкие провороты. Можно придерживать какой-нибудь столбик. Маховые движения легкие. Нерезко. На этом разминка закончена, и можно приступать к упражнениям основной тренировки. Обригада всем, что значит на португальском спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Кому понравилось, ставьте лайки или дизлайки. Пишите в комментариях, что бы вы хотели в следующем ролике увидеть и о чем подробнее можно было бы рассказать. Чао!